Профессиональный праздник дорожных инспекторов ведет свой отсчет с 3 июля 1936 года, когда постановлением Совета народных комиссаров было утверждено положение о создании государственной автомобильной инспекции. За 86 лет служба претерпела немало изменений, но, как и прежде, во главу угла ставится безопасность жителей на дорогах. Благодарственные письма лучшим работникам службы вручил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий. Поздравил коллег с праздником и начальник местного управления МВД России, полковник полиции Вадим Коптелов. Творческие номера своим наставникам подарили команды юных инспекторов дорожного движения.